Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня мы обсудим очень важную вещь. Если у вас не получается с парнями, как делать правильные выводы? Только мой, других не знаю, ты будешь только мой. Что могу сказать? Правильные выводы вы сделаете только тогда, когда вы поймете, что виноваты сами. Это самый правильный вывод, который вы можете сделать. От него отходят все остальные выводы. Неважно, что произошло с парнем, неважно, какую гадость он сделал для вас, обозвал, украл и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, на все это вы можете сказать одно: я виновата сама. Почему? Потому что вы позволили, естественно, я говорю сейчас о адекватных вещах, потому что вы позволили такому человеку оказаться рядом с вами, тем более, если вы встречались. В отношениях вообще нужно развивать очень сильно внимательность, потому что на самых ранних порах, когда мы только знакомимся с молодым человеком, он так или иначе маленькими шажочками, словами, действиями показывает нам свое истинное лицо. Но мы, как часто, как влюбленные дурочки, этого ничего не видим. И только мы в этом виноваты. Если мы это увидели, то нам нужно сразу это пресекать, либо уходить, либо так далее, и так далее. Но, опять же, если с нами рядом получается, что человек не очень, да, и мы потом расстаемся, когда уже у нас накапливается все, мы вообще сходим с ума и говорим, какой он плохой, и так далее, и так далее. Во всем виноват он. Это не так. Виноваты сами. Не устану повторять, что вокруг может быть очень много плохих людей. Хороших, плохих, неважно, мы сейчас говорим о плохих. То есть все люди эгоисты. Все хотят, чтобы было по-ихнему, все хотят, чтобы им угождали. Все хотят счастья и по-своему. Понятно, что каждый гнет свою точку зрения. Но только вы один или одна можете допускать или не допускать то, что будет в вашей жизни. Могу сказать так, большой ориентир. То, что вы видите вокруг себя, вы делаете сами. Ровно вы допускаете людей, которые находятся с вами. Все зависит абсолютно от нас. То, что происходит вокруг нас, то, какие парни рядом с нами, то, какие действия они делают. Дарят они нам цветы или не дарят цветы, дарят нам подарки, которые нам нужны, или не дарят, или обижают, или изменяют. Все это делаем мы сами. Потому что в любой момент мы можем от этого молодого человека или еще от кого-то уйти. Но мы по каким-то причинам остаемся, а потому, девочки, не страдайте и не плачьте. Просто делайте правильные выводы, что во всем этом виноваты вы сами. Когда вы поймете, что во всем виноваты только вы, то требования к себе станут больше. И вы начнете что-то делать для того, чтобы менять вашу жизнь. Пока вы будете перекладывать ответственность на других, как часто бывает, в вашей жизни ничего не изменится, потому что ни один человек не сделает вас счастливым. Только вы сами можете сделать себя счастливой и выбирать все, что происходит в вашей жизни. Итак, один правильный вывод, самый главный и самый первый, который вы должны сделать, это то, что все в ваших руках и виноваты в том, что с вами случилось, только вы. И, соответственно, чтобы не получилось в будущем то, что получилось сейчас, вы сами себе на основе того, что виноваты сами вы, задаете вопрос, что же я могу сделать для того, чтобы в следующий раз этого не повторилось. Вот они, самые правильные выводы. Вы говорите себе, что вам не нужно делать или что нужно делать, и, соответственно, в следующий раз, если вы, конечно, не глупый человек, как я когда-то, то вы будете наступать на грабли, пока не надоест. Если, в общем, вы умный человек, не как я, то вы будете делать все правильно. Все меньше и меньше людей плохих будет вас окружать. Но могу сказать, что лично по собственному опыту, да, и по опыту своих подруг, если вы умеете критически пользоваться, и сразу могу сказать, что женихов в вашей жизни может немного даже поуменьшиться. Потому что, как я уже говорила, да, что большинство мужчин у нас не айс. Но прекрасные мужчины есть. Половина из них занята, половина свободная, ждут нас прекрасных. Главное, нужно давать им шанс нас найти, а не тратить время на то, что нам не нравится, то, что не делает нас счастливыми. Надеюсь, мои советы были вам полезны. С вами была Селена Свей. Пока-пока.